Janabalabha Jaya Girivara Vanachare Jaya Kunjabe Hare Jaya Kunjabe Hare Tera Vanachare Jaya Kunjabe Hare Jaya Kunjabe Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Шримад Бхагаватам Ки Джай. Харе Кришна. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритя. Нарам чива наротамам. Девим сарасватим вьясам. Тато джая мудирает. Нашта праеша бхадришу,
Нитья Бхагавата Севая, Бхагавати Рутама Шлоке, Бхакти Бхавати Наштики. Мы продолжаем изучать Шримад Бхагаватам, песнь первую, главу восьмую, молитвы царицы Кунти. Сегодня у нас 43-й, да? Так, мы не повторяем или? Шри Кришна, Кришна, Шри Кришна, Кришна, Сакха Вришни, Вришабхавани, Друг, Раджанья Вамша, Дахананна Паварга Вирья, Говинда Годвиджа Сурабдхи Хараватара, Йогешвара Кхила Гуро Бхагаван, Намасте. Шри Кришна. О, Шри Кришна. Кришна Сакха. О, друг Кришны. Вришни. Потомков Вришни. Ришабха. О, глава. Авани. Земли. Друг мятежных. Раджанья-свамша, Раджанья-вамша, царских династий, Дахана, о уничтожающий, Анапаварга, неубывающий, Вирья, доблести, Говинда, о владыка Галокатхамы, го коров, двиджа браманов, сура полубогов, артихара облегчить страдания, аватара, о Господь нисходящий, йога Ишвара, о владыка всех мистических сил, Акхила, вселенский, Гуру, наставник, Бхагаван, о владыка всех богатств, Намахте, почтительные поклоны тебе. О Кришна, друг Арджуны, о предводитель потомков Вришни, ты уничтожил политические группировки, приносящие беспокойство этой планете. Твоя доблесть никогда не убывает. Ты владеешь трансцендентной обителью и нисходишь, чтобы облегчить страдания коров, браманов и преданных. Ты владыка всех мистических сил, и ты учитель всей вселенной. Ты всемогущий Бог, и я почтительно склоняюсь перед тобой. Это заключительная молитва Кунти Деви. То есть она, как мы уже говорили, увидев, как Кришна защищает своих преданных, она видела это много раз, когда они были в изгнании. Кришна постоянно защищал их в самых тяжелых ситуациях. Он приходил на помощь. И вот уже битва, вроде бы все, уже мир наступил. И тем не менее, да, Ашватхама опять посягнул на жизнь пандавов. И Махараджа Парикшита, который был в то время в чреве Уттары. Вот, и на глазах у Кунти Кришна защитил своих преданных, нейтрализовав все эти брахмастры, выпущенные Ашватхамой. Вот, и, конечно, поток любви изошел из сердца Кунти в виде этих молитв. И она завершает свои молитвы как раз этими словами: «О Кришна, друг Арджуны». Да, вот он, Арджуна стоит, Кришна. «О Кришна, друг Арджуны». «О предводитель потомков Вришни». Ты предводитель всего рода Вришни. «Ты уничтожил политические группировки, приносящие беспокойство этой планете». Да, на самом деле, Кришна, да, пришел в этот мир для того, чтобы облегчить бремя Земли, как тоже мы можем читать из книги
книге о Кришне или десятой песне Бхагаватам, как мать-земля, приняв облик коровы, отправилась к полубогам, чтобы обратиться к ним за помощью, потому что огромное количество демонов начало воплощаться на земле. И это стало невыносимым бременем для земли. Вот она обратилась за помощью, но полубоги тоже развели руками. Они были не способны решить эту проблему с демонами. Демоны были очень могущественны. Одним из них был Камса, который, как описывается в Гарга-самхите, захватил в том числе и трон Индры. То есть это было уже такое серьезное нападение. Вот. И, соответственно, ситуация была очень серьезная, поэтому все полубоги вместе с Матерью-Землей пришли к Брахме. Господь Брахма тоже сказал, да, ситуация серьезная, надо молиться Вишну, без него мы не справимся. Вот. И в молитве Господь Брахма получил ответ от Господа, что все они должны родиться в роду Яду и Вришни, вот, чтобы принять участие в его играх, и что очень скоро он тоже не зайдет в династии Яду. Вот так, соответственно, Господь явился, и, по сути дела, планом Господа было сократить или как уничтожить всех этих демонов, вернее, отправить их обратно на низшие планеты, на свое место поставить их. Вот. И поэтому Кунти Деви, она, будучи величайшей преданной, очень глубоко осознает Кришну, его замысел. То есть она видела, как по плану Господа в конечном счете произошла эта битва, и земля, да, была очищена от демоничных натур. Вот. Твоя доблесть никогда не убывает. Никогда не бывает так, что доблесть Кришны убывает. Хотя иногда так может казаться. Например, когда Кришна убегал с поля битвы, казалось, что он убегает. 18 раз он побеждал Джарасандху, потом вдруг решил убежать и перенес свою столицу в Двараку. На самом деле Кришне ничего не стоило убить Джарасандху, но Кришна думал, Джарасандха так хорошо привлекает на свою сторону демонов, и они все приходят и погибают на поле битвы. Да, то есть Кришна 18 раз он побеждал Джарасандху, и потом он подумал, что эти демоны, в конце концов, скоро могут причинить беспокойство жителям Враджа, потому что они... Это одна из стратегий демонических, чтобы, так сказать, заставить противника, так сказать, смириться или сдаться. То есть можно взять в плен его близких и, собственно, начать шантажировать. Вот, и Кришна подумал, надо подальше унести столицу отсюда, иначе могут пострадать жители Вриндавана. Так он за одну ночь перенес всех жителей всех жителей Матхуры в Двараку. И там были уже готовые дворцы. Они проснулись уже в дворцах, в Двараке. Так, представьте, все так Кришна, такие деяния Кришна как проявлял. И хотя он такие чудеса сотворял, но никто, конечно, этого не видел. Все просто увидели, что Матхура опустела. Все ночи ушли, и Джарасандха зашел туда. Вот. И, соответственно, подумал, что да, этот Кришна слабак. Вот он в конце концов сдался, и Джарасандха был очень гордый. Но позже Бхима, да, уничтожил Джарасандху по тоже трансцендентному плану Кришны. Кришна все это, да, делал. Конечно, Кришна не питает вражды кому бы то ни было. То есть он на самом деле думает всегда о благе всех живых существ. Даже когда он убивает демонов, это тоже его милость. То есть он освобождает их от демонического тела, от демонического настроения, очищает их душу. То есть все эти демоны, которых убивал Кришна, или которые умирали в его присутствии, то есть они обретали
огромное благо и получали освобождение. Дальше она говорит: «Ты владеешь трансцендентной обителью и не сходишь, чтобы облегчить страдания коров, браманов и преданных». Да, у Кришны есть его трансцендентная обитель. Как здесь говорится, Говинда, Говинда, владыка Галокадхамы. Да, ты владыка Галокадхамы. Ты не сходишь для того, чтобы защитить страдания коров, браманов, преданных. Ты владыка всех мистических сил, и ты учитель всей Вселенной. Да, то есть Кришна, владыка всех мистических сил, и он учитель всей Вселенной. В Читании Бхагавате описывается очень удивительная история, как однажды Господь Читания пришел в дом Адвайтачари неожиданно и застал Адвайтачарию танцующим на руках в великом блаженстве, со слезами на глазах, танцующим с маленьким Ачютанандой, пятилетним Ачютанандой на руках. Вот, и причина этого была очень интересная. Вот, в какой-то момент в дом к Адвайтачаре пришел один саньяси. Вот этот саньяси спросил у Адвайтачари: «У меня есть вопрос, не мог бы ты ответить на важный вопрос?» И Адвайтачари, как гостеприимный браман, он сказал: «Ну, прежде всего, прими пищу, вот, мы должны выразить почтение». Тот сказал: «Нет, я хочу сначала вопрос услышать, ответ на вопрос». Вот, и Адвайтачари сказал: «Ну, хорошо, прими пищу, и потом я отвечу на вопрос». «Нет, нет, ты сначала ответь на мой вопрос». Вот, и тогда тот сказал: «Хорошо». И тот спросил: кто является, кто дал саньясу Господу Читания? Как зовут этого, помните? А? Не-не-не, саньясу. Кешавабарати? Кешавабарати, да. Кто является Кешавабарати для Господа Читания? Он его учитель? И Адвайтачарья посмотрел на этого саньяси и подумал, как ему ответить. С социальной точки зрения, да, он учитель Господа Читания. Но с духовной точки зрения, Господь Читания учитель всех живых существ. И он подумал, ну скажу внешнюю пока сторону. И поэтому он сказал: Господь Адвайтачарья, о, этот, Кешавабарати, да, то есть он учитель Шри Читания. И тут маленький Ачютананда услышал это, и он подбежал и сказал: «Отец, что ты такое говоришь? Я вижу, как Кали-юга, да, вступает, да, Кали-юга явно проявлена в этом мире. Что ты такое ему говоришь? Ты говоришь, что какой-то Кешавабарати, учитель Господа Читания, что за майя вообще такая?» Вот, в действительности, Кришна является источником всего, из него исходят все эти планеты, из него исходят все воплощения, в конце концов, Махавишну. Из Махавишну исходят все планеты, да, то есть, и все вселенные. Он входит в каждую вселенную, как Гарбхадакашая Вишну, и потом в сердце каждого, как Ширдакашая Вишну. И он же наделяет знаниями первое живое существо Господа Брахму, вот, и побуждает его распространять знания. Вот. И вот этот Кришна и есть Шри Чайтанья Махапрабху, учитель, изначальный учитель всех вселенных. И ты говоришь, что какой-то Кешавабарати, учитель Господа Чайтанья, что я такое слышу? Он очень возмутился, маленький пятилетний сын. Адвайтачарья пришел в экстаз от этого. Он схватил Ачютананду и сказал: «Дорогой сынок, ты научил меня, ты пришел, чтобы, да, чтобы очистить меня, чтобы...» Конечно, Адвайтачарья осознавал величие Господа Читания, но ему очень, его очень вдохновило, как: «Прости меня, сынок». И в комментарии Бхактисиддханта Сарасвати пишет, что это идеальное отношение отца и сына. Отец может признать даже свою ошибку, если истинный отец, вот такой великий преданный. И Адвайтачарья поэтому танцевал с Ачютанандой на руках. И в этот момент зашел Господь Чайтанья тоже. Вот. И таким образом Кунти-деви здесь тоже говорит, что ты на самом деле учитель всей Вселенной.
Внешне может казаться, что он чей-то ученик, ученик Сандипани Муни, например, Кришна, да, то есть тоже принимает учителя, уходит в Гурукулу, становится учеником Сандипани Муни и за 64 дня изучает все знания, в том числе 64 вида искусств изучает. Одно из искусств – это уметь разговаривать на языке всех живых существ. То есть на языках всех живых существ. Это вот одно из искусств ведических. То есть можно со змеей пообщаться, можно пообщаться с, там, с разными живыми существами. Поэтому, когда мы читаем в ведической литературе, что там Нарада Муни общается там со змеей там, или еще с кем-то, это было как бы, это искусство было такое. Это не что-то, не аллегория какая-то, это реальные как бы, истории, ситуации. Просто сейчас люди утратили это искусство. Поговорить с коровой, например. Ну, те, кто за коровами следит, он знает, что корова тоже понимает, то есть определенные тоже может общаться, понимать коров. Вот. Ты всемогущий Бог, и я почтительно склоняюсь перед тобой. Так она полностью да, описала, кто же такой Кришна перед ними. Вот. Он защитник своих преданных. Вот и выражает да, почтение Кришне. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, что здесь Шримати Кундидеви подводит итог описанию Верховного Господа Шри Кришны. У всемогущего Господа есть своя вечная трансцендентная обитель, где он пасет коров Сурабхи. Ему служат сотни и тысячи богинь просветания. Он нисходит в материальный мир, чтобы призвать к себе своих преданных и уничтожить тех, кто сеет смуту в политических партиях и царей, которые злоупотребляют своей властью. Своими безграничными энергиями он творит, поддерживает и уничтожает, но его доблесть неиссякаема, и его энергия неистощима. Коровы, браманы и преданные Господа – объекты его особого внимания, потому что от них в значительной мере зависит благополучие всех живых существ. Да, очень важный вывод Шрила Прабхупада пишет, почему Кришна именно, там же было много других людей. Но в действительности, как бы вот в изначальной духовной культуре, браманы, вайшнавы, коровы, да, вообще в культуре человеческой, они играют такую важную роль, они фактически защищают все общество от деградации, от разрушения. Интересно, что коровы тоже в этом списке. Причем с коров даже начинается все. Коровы, браманы и преданные. Да, коровы играют очень важную роль в человеческом обществе. То есть коровы дают молоко, наполненное вот этой материнской любовью. Если коровы защищены, то они становятся счастливы. Тоже очень интересно, я был на этой ферме нашей в Омске, и там ее называют, по-моему, планета счастливых коров. Так называется их ферма. Вот. И местные все жители знают эту планету счастливых коров. Это очень интересно звучит. И, кстати, к ним тоже там стоило им просто заявить, что к нам тоже можно заезжать, к ним начали завозить туристические группы к преданным. И они сейчас остановили этот поток туристов, потому что просто у них не хватает сил как бы обслуживать их всех, пока не хватает преданных. А так несколько тысяч у них проехало за лето туристов вот через их ферму «Планета счастливых коров». И люди причем в экстазе. То есть преданные там им готовили просад, они приезжали, их там кормили, тоже давали просад. Люди в трансе просто были. И этих тоже в экстазе, эти, как экскурсоводы, да? Привозили туда их на «Планету счастливых коров». Вот. И это само по себе очень удивительно. Счастливые коровы. Вот. А чего же они счастливы? От того, что над ними не совершается никакого насилия. Их любят. Да. И коровы это очень хорошо чувствуют, начинают давать сразу больше молока. То есть это замечено. То есть если корова защищена, вот она чувствует себя счастливой, и у нее естественно вот это желание. Да. То есть она видит людей тоже как коров, ой, как этих, как своих телят. То есть начинают любить, давать молоко. Иногда коровы доятся по много лет, даже не имея теленка.
То есть и порой это даже удивительно. Иногда по 5, по 10 лет корова может доиться. То есть есть такие случаи уже в ИСКОН у нас. Вот, и у нас в Ершово у преданных была корова. Вот, по-моему, она уже тело оставила. Но была корова несколько лет назад. И когда сын преданных заходил в коровник, у коровы начинало течь молоко прямо из вымени, само капать молоко. То есть такие интересные случаи. Это экстаз коровы. То есть ее так любовь такая сильная, что прям молоко начинает сочиться. Вот. И коровы как бы вот эта энергия коровы, молоко, то есть это мистическая энергия на самом деле. То есть люди, которые принимают молочные продукты, да, молоко и другие йогурт, там, масло, то есть это усиливает благость в обществе. Это благостный очень продукт, наполненный вот этой энергией любви. Плюс, конечно же, из масла делается множество, там, яги можно проводить, да, то есть можно делать фитили, там, не знаю, но все это используется тоже в поклонении Господу. Вот. И, естественно, преданные браманы, они очень тесно связаны с коровами тоже, потому что эти продукты молока используются в служении. Абхишека делается тоже, используются йогурт и все молочные продукты. Вот. Таким образом, вся как бы культура, она держится на этой культуре преданности. То есть, если люди утрачивают преданность Господу, то что происходит сразу в обществе? У них сразу возникает чувство дефицита очень сильного, и они начинают жаждать чего-то извне. Вот. Жаждать эксплуатировать других людей, эксплуатировать природу. То есть так люди становятся агрессорами, по сути дела. Вот. И начинают бороться за наслаждение в этом мире. В результате они начинают истощать и свою энергию, и энергию других живых существ, энергию Земли, природы. То есть все это можно видеть в современном мире очень так явно. Вот. Поэтому Кришна, как здесь говорится, он нисходит в этот мир, чтобы защитить, прежде всего, вот этих коров, живых существ, преданных. Вот. И сейчас Кришна воплотился в виде этого движения сознания Кришны, так Господь Чайтанья, так Шрила Прабхупада, он отмечает это много раз в своих лекциях и в комментариях, он тоже пишет это, что в нынешнюю эпоху Господь воплотился, конечно же, в святом имени, а также в виде движения сознания Кришны. Вот. И даже, я уже рассказывал преданным это в одной из лекций, Шрила Прабхупада говорит вообще поразительную вещь, что Господь Чайтанья очень могущественен, он спас даже Джагая Мадхая. Но движение сознания Кришны, которое сейчас распространяется на Западе, даже более могущественно, чем сам Господь Чайтанья, потому что оно спасает миллионы Джагая Мадхаев. Вот. Конечно, мы, может быть, что-то уже видим, но не так, может быть, ярко видим. На самом деле очень много людей сейчас получают трансцендентные знания, то есть меняют свою жизнь. Многие преданные проповедуют, и многие люди становятся преданными. Даже люди, которые, казалось бы, вообще как бы никогда бы не подумал, что станут преданными, они становятся преданными. Вот, это миссия Господа, то есть Господь, воплотился в виде этого движения, или как Он сам говорит, что Он сам становится этим деревом любви, то есть он принес в этот мир дерево любви, которое состоит из разных преданных. Он сам стал стволом этого дерева, его ветвями, веточками, то есть сам стал этим деревом. Сам же он садовник, то есть он сам защищает это дерево, поливает его, то есть как бы заботится о нем. И сам же он, вкушает и раздает плоды с этого дерева, плоды любви. Кушает, означает, все преданные прославляют Кришну, воспевая святые имена. И он тоже и раздает эти плоды, поскольку он тоже распространяет святое имя, действуя через преданных. Таким образом, как бы удивительно. То есть Господь Чайтанья воплощен в этом движении. И если мы искренне
да, следуем тому, чему нас учит Шрила Прабхупада, то есть и связаны такими связями любви в обществе преданных. То, о чем Рупа Госвами говорит, дарить дары, принимать дары, угощать просадом, принимать просад, да, делиться сокровенным, рассказывать сокровенно. Это все связи любви. По этим связям течет любовь, да, или милость Господа Чайтаньи. Вот когда преданные таким образом общаются, то есть они чувствуют, как их сердце наполняется, да, наполняется этой любовью, этим вдохновением и желанием служить. Вот. В предыдущем стихе Кунтидеви знаменитый стих, хочется его еще раз повторить. «О Господь Матху, как Ганга вечно течет к морю, не зная препятствий, так и я хочу постоянно стремиться к Тебе, не отвлекаясь ни на кого другого». Раднат Махарадж в своей книге «Путешествие домой», как этот эпитет в каждой главе, цитирует этот стих. На самом деле очень важное настроение, всегда медитировать на вот это настроение. Да, будет множество препятствий, как у Ганги, да, которая течет, возникают разные препятствия, могут горы быть на пути, могут быть какие-то леса там еще, но Ганга, тем не менее, обходит эти препятствия, и все равно ее воды неуклонно текут к океану. Вот, и подобным образом, как Ганга несет свои воды к океану, ничто не может ее остановить, подобным образом пусть мой ум всегда стремится к Тебе, не отвлекаясь ни на кого другого. Вот это очень важно нам в нашей жизни, такую решимость обрести, такую медитацию. Конечно, у нас могут быть какие-то потребности, я не знаю, еще что-то, но они не должны становиться самоцелью, да, то есть в этом смысл. То есть всегда держать эту высшую цель. Да, мне, может быть, надо сделать это, еще это сделать, эти обязанности, вот, но все это важно, должно быть в контексте достижения этой высшей цели. Тогда, соответственно, вся жизнь преданного становится духовной жизнью, то есть преданные могут что-то делать в обществе, да, то есть они могут воспитывать детей, исполнять разные обязанности, но если его жизнь преданного посвящена достижению этой высшей цели, то все остальное становится как вспомогательным, то есть оно становится естественным, как, то есть оно помогает достижению этой цели. Вот. И тогда, соответственно, преданный, он придет к тем же реализациям, что и у царицы Кунти. Здесь Кунти Деви, вся ее жизнь была стремлением к Кришне тоже, как и всех преданных, Пандавы тоже, их жизнь была сосредоточена на Кришне. Они преодолели множество препятствий, они прошли через множество испытаний, вот, и иногда казалось, что Кришна их оставил, да, то есть могло такое быть, например, Драупади, то есть она, когда ее пытались обесчестить на собрании всех царей, как Кришна мог допустить такое, да, то есть она могла возмутиться, но тем не менее она в конце концов просто охе Говинда, она была уверена в защите Кришны, и Кришна защитил ее. Вот, и подобным образом, то есть в нашей жизни могут быть множество различных препятствий, но нам нужно хранить веру, да, в Кришну. Иногда может даже казаться непонятным, почему Кришна так делает. Представьте себе, например, мать и отец Васудева и Деваки, да, сидят в тюрьме, и на их глазах убивают шестерых сыновей. Это мать и отец Господа, представьте. И они проживают такие вообще страдания, беспокойства. И внешне, ну как бы, естественно, можно обидеться на Бога. За что такие страдания, да, то есть. Но они сохраняли веру в Кришну, они верили, что Кришна придет. Вот. И потом, конечно, им было интересно, ну как у них вопрос мучил, почему такое произошло с нами. И Кришна потом им рассказал, на самом деле это было предначертано, что эти шестеро детей, они должны были погибнуть от Камсы. Камса был в прошлой жизни их отцом.
демоном Каланьями, он был проклят, и эти шестеро его сыновей были прокляты Хираньякашипу на то, что они погибнут от своего собственного отца в следующей жизни, за то, что те предали Хираньякашипу и начали поклоняться Брахме, а не Хираньякашипу. То есть они поэтому как конкурентами стали, да, для Хираньякашипу. Хираньякашипу получил благословение от Брахмы, и они тоже хотели получить такие же силы. Кстати, я прочитал, нету Олеси, да? А, здесь. Прочитал про демона Тараку. В Скандапуране этот демон описывается. Он был таким могущественным, что, ну, в общем, его зачали уже с желанием, то есть отец, исполняя желание матери, матери Ракшаси, демоницы, вот, она была разозлена, что эти полубоги победили ее сыновей, и она попросила своего отца, своего мужа, вернее, чтобы он дал ей сына, который победит полубогов. Вот, и ее муж, он подумал, да, надо удовлетворить желание жены. Она такая, да, столько делает, она заслуживает, да, этого благословения. И пошел совершать аскезы. В результате он поклонялся Брахме, Брахма явился, спросил, какое благословение хочешь. И он попросил, да, сына, который сможет победить полубогов. Тот дал ему благословение. Вот, и, соответственно, родился Тарака, это демон. Вот, и этот демон, да, уже родился с этой целью. И, соответственно, в какой-то момент он подрос и пошел совершать аскезы, и тоже поклонялся Брахме. Вот, и когда Брахма появился перед ним, аскезу причем совершал суровейшую, там просто невероятные аскезы. Вот, и Брахма появился перед ним и сказал, останови свою аскезу, то есть проси любое благословение. И тот сказал, я хочу, чтобы меня не мог убить ни одно живое существо, ни полубоги, никто. И Брахма сказал, ну, ты хочешь стать бессмертным, но никто в этом мире не может быть бессмертным, поэтому выбирай другое благословение. И тот подумал и сказал, хорошо, пусть меня не убьет никакое живое существо, кроме семидневного ребенка. Он подумал, семидневный ребенок, что мне может сделать? И Брахма сказал, татасху, вот, и дал ему благословение. И поэтому этот демон стал таким могущественным, что фактически никто не мог его остановить. Вот, и он, в конце концов, все полубоги, в том числе Шива, и даже Вишну там сражались с ним. Вишну, конечно, мог убить его, но он не хотел, да, благословения Брахмы, да, нарушать. Вот. И полубоги для того, чтобы избавиться от этого демона, то есть они попросили, да, Шиву, чтобы он зачал особого сына. И это был Картикея. Картикея в семидневном, до семи дней. То есть, ну, полубоги сразу вырастают, вот, но семидневный еще, там, до семи дней, вот он вступил в битву, Картикея, да, убил этого демона и стал, ну, военачальником всех полубогов. То есть так. Такова краткая история. В Скандапуране описывается эта история. Вот. И в следующем стихе Сута Госвами говорит... Сутавача притхает тхам калападайх, парину такилодаях, мандам джахаса вайкундхо, мохаян ива майя. Сута Госвами сказал, слушая молитвы Кунти, изысканными словами, прославляющие его, Господь ласково улыбался. Его улыбка была такой же чарующей, как и его мистическая сила. Комментарий. Говорится, что все, что есть очаровательно в этом мире, представляет Господа. Обусловленные души, пытающиеся господствовать над материальным миром, тоже очарованы его мистической силой. Но его преданные очарованы другим, славой Господа. И с ними всегда его милостивое благословение. Да, то есть обусловленные души, пытающиеся господствовать над материальным миром,
очарованы тоже его мистической силой, то есть они очарованы материальными объектами, материальным, временным чем-то. Это тоже мистическая сила Кришны. Вот почему так привлекательны какие-то объекты этого мира. А там заложена мистическая сила Кришны, притягательная сила Кришны. Кришна, в конце концов, в каждом атоме находится, да, в сердце каждого живого существа. Вот. И преодолеть, как говорится в Бхагавад-гите, «Дайвих еша гуна май, мама моя дуратяя, мама вае пропадемте, моя матам тарантите». То есть эту божественную энергию, дайви шакти, энергию, дайви означает божественная энергия, вот, состоящая из трех гун материальной природы, практически невозможно преодолеть, очень трудно преодолеть. Но тот, кто предается мне, тот легко, да, выходит из-под ее власти. То есть это единственный способ. Либо человек будет очарован материальной энергией, то есть этими гунами природы, будет сбит с толку, либо он будет, да, очарован Кришной. То есть вот единственный способ избавиться от этого внешнего очарования — очароваться Кришной. И Кришна действительно может очаровать, то есть он очень очаровательный. Он на самом деле все богатства, даже этот материальный мир, это тоже его энергии, его богатство. Вот. И здесь говорится, что преданные очаровываются именно, да, славой Кришны. Поэтому преданные так любят слышать о славе Господа, слышать Шримад-Бхагаватам, слушать, могут слушать постоянно, да, вновь и вновь те же самые истории, но, да, они раскрывают славу Господа. Это наполняет сердца преданных счастьем. Итак, его преданные очарованы другим, славой Господа, и с ними всегда его милостивое благословение. Подобно электроэнергии, используемой в разных качествах, его энергия также проявляется по-разному. Шримати Кунти Деви возносила молитвы Господу для того, чтобы описать хотя бы искру его величия. Все его преданные находят для молитв, обращенных к нему, самые изысканные слова. Поэтому Господь известен как Уттама Шлока. Никаких изысканных слов не хватит, чтобы выразить всю славу Господа, и все же эти молитвы доставляют ему удовольствие. Как отца радуют неловкие попытки его подрастающего ребенка заговорить. Слово «майя» может означать и иллюзия, и милость. Здесь оно означает милость Господа Кунти-деви. Выслушав молитвы Шримати Кунти-деви, Господь вошел в дворец Хастинапура и сообщил другим женщинам о своем отъезде. То есть очень интересно. Кунти-деви возносит столько прекрасных молитв и просит Кришну не уезжать. Вот. Тем не менее, Кришна улыбается и заходит, да, во дворец, сообщает: ну все, я уезжаю, Харе Кришна. Так что молитвы не сработали Кунти-деви. Вот Кришна, тем не менее, собрался уезжать. Так, давайте посмотрим, что будет дальше. Итак, выслушав молитвы Шримати Кунти-деви, Господь вошел во дворец Хастинапура и сообщил другим женщинам о своем отъезде. Но когда он уже собирался уезжать, его остановил царь Юдхиштхира, с любовью умоляя его остаться. Тут появился Юдхиштхира неожиданно. Да, Юдхиштхира, то есть, как говорят наши комментаторы, вайшнавы, Юдхиштхира, подобно Арджуне, который был введен в замешательство перед битвой на Курукшетре, Юдхиштхира был введен в замешательство после битвы на Курукшетре. То есть он тоже впал в состояние отчаяния и не мог, как бы, принять ответственность за царство. Вот. Комментарий. Казалось, никто не мог заставить Кришну остаться в Хастинапуре, коль скоро он решил отправиться в Двараку. Но простая просьба царя Юдхиштхиры, то есть без всяких молитв: «Кришна, пожалуйста, останься, я не смогу без тебя». Ну, то есть так вот он: «Останься, пожалуйста». Кришна посмотрел, сказал: «Ну хорошо, я останусь еще на несколько месяцев».
Казалось, никто не мог заставить Кришну остаться в Хастинапуре, коль скоро он решил отправиться в Двараку. Но простая просьба царя Юдхиштхиры остаться еще на несколько дней подействовала мгновенно. Это показывает, что сила царя Юдхиштхиры, которой Господь не мог противиться, крылась в его любовной привязанности. Всемогущего Бога можно покорить только любовным служением и ничем иным. Он абсолютно независим во всех своих поступках, но, отвечая на любовную привязанность своих чистых преданных, он добровольно принимает на себя обязательства. Очень замечательно преданность Юдхиштхиры описана в Брихат-Бхагаватамрите, вот, Нарада Муни слушает это прославление. Вот, Юдхиштхира, хотя он обладает несметными богатствами и властью над всем миром, он не считал себя, что ему что-то принадлежит. Он считал, что это деньги Кришны, и этот трон тоже принадлежит Кришне. И я здесь просто управляю, потому что Кришна этого хочет. Такова была его слава. Поэтому все жертвоприношения коня, которые он делал, обрел вот эти богатства, там, в общем, его сокровища, говорится, превосходили даже сокровища полубогов. То есть у него столько было сокровищ. Но там описывается в Брихат-Бхагаватамрите, что эти сокровища не были материальными, они были духовными, потому что его жертвоприношение, которое он делал не для того, чтобы богатство получить, не с этой целью. Он делал, чтобы удовлетворить Кришну. То есть все, что он делал, хотя это были, казалось бы, кармаканды, вот эти вот, ну, царям было предписано в ведической культуре совершать различные жертвоприношения, вот, для того, чтобы обрести богатство, власть. Юдхиштхира это делал не для этого, он делал, чтобы удовлетворить Кришну. Конечно, он получил и богатство, и власть в результате, но он не считал это своим. То есть, это, то есть он обрел, на самом деле, еще большую преданность в результате этого. Вот. У Юдхиштхиры были его братья, которых он очень любил. Фактически они были как одно целое. И у него была любимая жена тоже, Драупади. Она была прекрасная, как небожительница. Не было более красивой женщины на земле, чем Драупади. Она появилась из огня жертвоприношения, то есть из огня яги. То есть очень необычная личность. То есть такая очень привлекательная, очень красивая. И Юдхиштхира, говорится в Брихат-Бхагаватамрите, любил своих братьев и свою жену. Но любил их не потому, что был привязан к их как бы, телам, и вот, к наслаждению их телами, их, как бы, вот, их отношениями, а потому что они были великими преданными Кришны. Он видел их как духовных личностей, любил их. Да, то есть его любовь была духовной. Вот. И таким образом Юдхиштхира был великим преданным. Вся его жизнь принадлежала Кришне. То есть каждое его дыхание. То есть он был према-бхактой Кришны. И вот он, Кришна, уезжает. Что же делать? Вот. Нарада Муни, услышав о славе пандавов, он отправился в Двараку. Да. Не в Двараку, а в Хастинапур, извиняюсь. В Хастинапур. Вот, чтобы увидеть пандавов. И он застал их, знаете зачем, у них было собрание, все пандавы сидели, и там военачальники все сидели, они думали, что нам надо сделать, чтобы заставить Кришну из Двараки, побудить Кришну из Двараки прийти к нам в Хастинапур опять. И кто-то говорил из пандавов, давайте, может быть, какая-то война с каким-нибудь царем, потому что когда нам тяжело было в битве, то Кришна всегда приходил на помощь. Надо тоже какую-то, может быть, война какая-то должна возникнуть с каким-нибудь царем. Но кто нам посмелится бросить вызов? Нет, это невозможно сейчас. Все цари нам исправно платят дань. Никто не покушается на власть. Так, что же еще сделать? Может быть, жертвоприношение коня? Жертвоприношение коня тоже сделать. Кришна вот был на жертвоприношениях коня, оставался. Они думали, нет, наверное, Кришна опять не придет. Вот за этими занятиями застал их Нарада Муни. Таково величие пандавов.
есть они величайшие преданные Юдхиштхира. Как только Юдхиштхира и Пандавы узнали о том, что Кришна покинул эту планету, тут же они оставили все, вообще как будто бы перешагнули через испражнение, просто да, не оглядываясь даже на это все, и отправились назад к Богу. Вот, отказались от всего, от пищи, от воды, просто пошли в Гималайи, отправились к Кришне. Вот, и тут вот эта любовь, которая живет в сердце Юдхиштхиры, то есть он говорит: Кришна, пожалуйста, останься. И что может сделать Кришна? Ну хорошо, Кришна подчиняется любви. Вот такова слава Юдхиштхиры. Ничто не могло утешить царя Юдхиштхиру в его горе. Ни наставления великих мудрецов во главе с Вьясой, ни сам Господь Кришна, вершитель сверхчеловеческих дел, ни примеры из истории. Да, то есть очень удивительно. Кришна так устраивает иногда, что он был в таком как бы состоянии Юдхиштхира, что даже его не мог успокоить ни Кришна своими наставлениями, ни Вьясадева, лучший среди всех мудрецов и браманов. То есть никто не мог его успокоить. Вот. У Кришны был просто план. То есть он должен был встретиться с Бишмадевой, о чем мы будем читать в следующей главе. И Бишмадева, да, успокоит его. Бишмадева сражался, во-первых, на другом. Это тоже был план Кришны. Вот, поскольку было много людей, все потеряли своих сыновей, своих отцов. Ну, в общем, это была страшная трагедия. То есть в каждой семье были потери. В каждой семье, представьте, всего мира. И поэтому кто-то думал, этот Юдхиштхира, из-за него, да, все. У кого-то все равно такие мысли были. И Юдхиштхира думал, как я буду править такими подданными. Я им столько боли доставил из-за меня. Они сейчас страдают, проливают слезы. Я не могу. Совесть мне не позволяет, да, принять ответственность за трон. Вот. И, конечно, если бы даже Вьясадева бы сказал, что Юдхиштхира не виноват, все бы все равно думали, ну, Вьясадева всегда был благосклонен к Пандавам. Вот он же, как бы, да, благосклонен. Если Кришна тоже скажет, ну, Кришна тоже, да, они с Кришной друзья, поэтому, вот, родственники. Тут, как бы, предвзятость, да, какая-то. Но когда Бишма, который сражался на стороне этих Кауравов, сказал, нет, вы не виноваты, это все, да, это высшая воля, да, здесь проявилась, за этим стоял план Всевышнего, то есть есть какой-то замысел. Юдхиштхира, да, воодушевился, и это тоже было важно услышать, да, всем, что Пандавы были лишь орудиями в руках, так же, как, да, и многие-многие тоже войны. Но на данный момент, да, Юдхиштхира был неутешим был. Комментарий. Праведный царь Юдхиштхира был подавлен тем, что в сражении на Курукшетре было убито огромное количество людей, в чем была немалая доля его вины. Когда Дурьотхана занимал трон, он был неплохим правителем. На самом деле Дурьотхана хорошо справлялся с обязанностями, то есть он неплохо правил. Он был могущественным, то есть он мог защищать. Царство процветало его достаточно. То есть с материальной точки зрения он был неплохим правителем. Вот, и поэтому, ну, как бы, в принципе, подданные были с материальной точки зрения защищены. Конечно, с духовной точки зрения там была бы деградация, и в конце концов материальное бы тоже было разрушено. Поэтому Кришна хотел, да, установить правление праведных царей. Вот. Но, тем не менее, да, в каком-то смысле в сражении не было необходимости. Но по справедливости, это то, как думал Юдхиштхира, в принципе, Дурьотхана неплохо управлял, то есть он справлялся. То есть такой, в принципе, необходимости не было убивать столько людей просто ради того, чтобы я стал царем. Вот. Это зачем? Да, то есть Юдхиштхира, вот он переживал. Но по справедливости его должен был сменить Юдхиштхира. Вокруг этого закрутилось много политических интриг. Так что все цари и весь мир
были вовлечены в конфликт между враждующими братьями. Да, в мире до сих пор происходит, да, все эти выяснения, да, за власть. Все это. Господь Кришна тоже был там, приняв сторону царя Юдхиштхиры. В Махабхарате Атипарва сказано, что за 18 дней битвы было убито 640 миллионов человек. Представьте, какая трагедия. За 18 дней 640 миллионов. И несколько сот тысяч пропало без вести. Фактически, это было самое великое сражение за последние 5000 лет. Махараджа Юдхиштхира был чрезвычайно удручен тем, что такое массовое убийство совершилось только для того, чтобы возвести его на престол. Поэтому, приводя примеры из истории, такие великие мудрецы, как Вьяса, а также сам Господь, пытались его убедить в справедливости этого сражения, ибо правда была на его стороне. Но, тем не менее, несмотря на получение, на поучение величайших личностей того времени, Махараджа Юдхиштхира оставался безутешен. Кришна назван здесь свершителем сверхчеловеческих дел. Но в данном случае ни он, ни Вьяса не смогли убедить царя Юдхиштхиру. Означает ли это, что Господь не мог проявить свои сверхчеловеческие способности? Конечно же нет. Это можно объяснить так. Господь в форме Ишвары, или сверхдуши, пребывающей в сердце царя Юдхиштхиры, и Вьясы, и в сердце Вьясы, совершил еще более сверхъестественный подвиг, так как Господь желал того. Как сверхдуша, находясь в сердце царя Юдхиштхиры, он не позволил царю внять словам Вьясы и других, включая и самого себя, так как хотел, чтобы царь получил наставление умирающего Бишмадевы, еще одного великого преданного Господа. Господь хотел, чтобы в последние часы своего материального существования великий воин Бишмадева увидел его и своих любимых внуков, царя Юдхиштхиру и других, кому теперь принадлежал трон, и мог спокойно покинуть этот мир. Да, то есть Кришна учитывает все нюансы, да, то есть и успокоить умы каких-то людей, успокоить Бишмадеву, который хотел и опыт свой передать, и увидеть, ну, как бы почувствовать, что в надежных руках, да, то есть теперь он может уйти, потому что он дал обет защищать Хастинапур, и ему нужно было убедиться, тоже и спокойно уйти из этого мира. Бишмадева так и не уходил, лежал на стрелах, представьте, то есть уже сколько он там, месяц, наверное, лежал примерно. То есть он в декабре где-то началась, была эта битва, на, по-моему, на 8 или на 9 день битвы он был сражен, потом еще 9 дней битвы было, и после этого еще прошло, ну, приличное время, и только где-то в январе, вот, ну, по этому солнечному календарю отмечается этот Бишмаштами, да, то есть день, когда Бишма ушел из этого мира. Вот, то есть это когда солнце перешло уже светлую половину года, то есть все это Бишма, да. Ну, в общем, около приличное количество времени он лежал там, около месяца. Бишму вовсе не радовало то, что он должен был сражаться с пандавами, своими любимыми осиротевшими внуками, но кшатрии – люди суровых правил, поэтому он должен был встать на сторону Дурьотханы, на попечении которого жил. Кроме того, Господь хотел, чтобы царь Юдхиштхира был утешен словами Бишмадевы и так, чтобы мир понял, что своими знаниями Бишмадева превосходит всех, в том числе и самого Господа. Да, Господь, да, хочет прославить своих преданных, отдает славу своим преданным. Так. Таков, да, удивительный Кришна. И как здесь говорится, его сверхчеловеческие способности поразительны просто. То есть он, ему не обязательно даже свои сверхчеловеческие способности демонстрировать. Да, то есть его сверхчеловеческие способности в том, что он может уполномочивать своих преданных, и преданные иногда проявляют способности даже больше, чем его собственные способности. И Кришна от этого очень счастлив. Да, то есть Кришна радуется. Вот.
Харе Кришна, да, наверное, на этом мы прервемся. Да, пожалуйста, может, какие-то вопросы, что-то хотите обсудить? Угу. Спасибо за лекцию. А подскажите, пожалуйста, как вот обрести вот такое сознание в пути? Потому что я в своей жизни, когда я сталкиваюсь с трудностями, несмотря на то, что я это много раз читала, слушала в лекциях, я обычно молю, говорю, Кришна, зачем мне все это, я не справлюсь. Как переключить? Научиться хотя бы даже там на второй, на третий момент относиться к трудностям как к Кунти и видеть в этих трудностях тоже Кришну. Ну, все трудности, которые в нашей жизни будут возникать, преданные в этот момент, что очень важно, то есть очень важно не ложить четки на полку и говорить, ну ладно, Кришна, раз трудности послал мне, теперь я буду трудности решать, да, четки на полку, да. И вот, наоборот, то есть, когда возникают трудности, что преданный делает? То есть, он принимает прибежище у Кришны. То есть, это можно видеть и в лилах, даже во Вриндаване, то есть, когда Говардхана Пуджа была, у кого Бриджабаси искали прибежище? У маленького Кришны. И Кришне было всего 7 лет, то есть, как он, да, ну, с определенной точки зрения он не мог их защитить, но тем не менее, когда возникают трудности, они всегда принимают прибежище у него. Вот это настроение преданного. То есть преданный еще больше предается в этот момент, да, и при этом, да, полагаясь на милость Кришны, прилагает все возможные усилия. И вот что, если преданный так действует, то к нему начнет приходить реализация. Кришна включается как-то. И преданный, когда преданному будет казаться непреодолимая просто ситуация. И она действительно будет непреодолимой, если не предаться. Но когда преданный предается, вдруг как-то раз-раз-раз, и что-то оп, и ситуация разрешилась. Вот. И в результате у вас появляется вера. Кришна, да, Кришна пролил милость, вы будете это чувствовать. Так у вас постепенно возникает уверенность. Да, то есть вот, эта вера развивается, естественно. Кунти Деви прошла через всю жизнь, да, то есть попадая в очень сложные ситуации. Она тоже проливала слезы, они переживали, все это вот стресс был, но каждый раз они предавались Кришне. Они никогда не оставляли прибежище Кришне. Это так. Ах так, Кришна, тогда я больше не буду тебе поклоняться. Не буду повторять джапу твою. Вот иногда преданные так делают. То есть я знаю одного преданного, по крайней мере, у нас был преданный в Махачкале. Вот он вначале был очень такой фанатичный, даже строго всему следовал. 4 утра Мангаларати, там 4:30 проводил дома, прямо не очень строго, с женой так служили, все вроде бы хорошо было. А потом, да, что-то у него там на работе произошло, то ли уволили его, то ли, ну что-то такое. И все, он обиделся на Кришну. Потому что, ну вот, на начальной стадии, вот, может быть, вот эта вот материалистическая концепция, что если я служу Богу, то все должно быть хорошо, да, то есть, ну, как бы с материальной точки зрения. Так, как я хочу, да. Все должно быть, да, вот, мне должно приносить мне удовольствие. А потом раз что-то и произошло. Вот это проверка нашей веры. То есть, если в этот момент мы больше предаемся, то все будет хорошо. Вот. Не трудности, он посылает вам возможность обрести, да, смирение. Это внешне кажется как трудности, но для ученика это экстаз. Это вызов, это то, что действительно от Кришны, да. То есть, поэтому преданные не рассматривают вот эти какие-то сложности как проблему какую-то. Это вот просто наш материальный ум, вот двойственность, он все время говорит, вот это плохо, а это хорошо. Но для преданного то, что от Кришны, это хорошо, а то, что не от Кришны, это нехорошо. Все по-другому. Поэтому если это пришло от Кришны, значит, это принесет в конечном счете благо и мне, и всем остальным. Что значит от Кришны, не от Кришны? А? Как от Кришны, не от Кришны? Ну, преданный, да, когда преданный предается, он вручает себя Кришне, то Кришна берет
ответственность за этого преданного, да, то есть за то, чтобы помочь этому преданному очиститься, приблизиться к нему. Большую часть кармы Кришна нейтрализует преданного. То есть преданный, например, должен там, потерять руку, он обрежет всего лишь пальчик. Да, то есть так, так преданный как бы и чувствует, тоже видит. Это тоже проблема, пальчик обрезал, да, и можно обидеться на Кришну, что такое, мог бы вообще убрать, да. Ну, Кришна немножко дает. Почему? Оставляет немножко. Он использует фактически карму, но тут уже Кришна присутствует. Поэтому говорится Кришна карма, преданные так говорят. Почему? Потому что, хотя человек становится преданным, в его уме, в его сознании все равно по-прежнему сохраняется дух наслаждения, тонким образом присутствует. Даже когда преданный служит, он может иметь какие-то такие скрытые желания, получить славу, почет, там, не знаю, ну вот, какой-то, так сказать, эго свое утешить, да. И Кришна, да, чтобы помочь очиститься преданному, он посылает своей собственной рукой очистительную процедуру преданному, и преданный попадает в какую-то ситуацию. Но при этом он понимает, о, это Кришна это все устроил, то есть спасибо, Кришна, я бы сам не смог бы, да, увидеть. Спасибо, что ты, да, это помог мне увидеть эти вещи. Поэтому преданный очень благодарен, счастлив, даже когда вот испытания какие-то приходят. Что касается испытания пандавов, то здесь, конечно, другое. То есть пандавы уже чистые преданные. То есть они вечные спутники Кришны. Вот. Тем не менее, на примере пандавов Кришна показывает, как правильно проходить через все эти ситуации, что значит быть преданным. Да, то есть он показывает это. У нас просто есть карма. Вот. И Кришна использует часть этой кармы, позволяет ей проявиться, вот, чтобы преданный мог очиститься. То есть к нам бы все равно пришла эта карма. Вот. Это неправильно думать, что Кришна как бы устраивает проблемы преданному. Мы сами уже устроили себе проблемы. У нас есть определенные реакции, которые должны прийти. И эти реакции могут либо нас приблизить к Кришне, либо отдалить от него. Многие реакции не придут, потому что преданный уже очистился и избавился от каких-то, ну, вот этих вот грязи этой. Но какая-то часть придет. И, соответственно, почему Кришна позволяет чему-то произойти? Чтобы приблизить преданного к себе, то есть помочь ему прогрессировать. Вот. И здесь нам очень важно сохранять вот эту позицию, которую сформулировал сам Господь Брахма в Шримад-Бхагаватам, в 10-й песне, 14-я глава. Там есть этот знаменитый стих «Татену кампам сусамикшам манам бутмана эватмакритам випакам», что если преданный, когда к нему приходят реакции его предыдущих поступков, он при этом принимает их как бы, ну, со смирением, проходит через эти испытания, не винит Кришну, а продолжает, наоборот, Кришне поклоняться своим телом, своим умом, всей своей душою, да, то есть, ну, вот, с преданностью продолжает служить, такой преданный мукти падеса дайбак, он уже достоин освобождения, то есть достоин вернуться назад к Кришне, ибо оно, это становится его законным правом. То есть вот это настроение и есть, собственно, показатель того, что преданный уже освобожден, если он способен проходить вот через эти испытания и оставаться преданным при этом. Да, то есть не оставлять свое воспевание, то есть оставаться, и даже еще больше предаваться, ну, то есть даже еще больше становиться преданным. Вот. И в этой связи я тоже рассказывал этот пример, когда один бизнесмен, который пообещал пожертвовать большую очень сумму на строительство храма в Бомбее, то есть он в Бомбее был, он назначил день, когда преданные должны были прийти, и он подпишет чек. И буквально накануне, там, пару дней до этого, его сын попал в автомобильную катастрофу и разбился насмерть. Вот. И преданные, они взволновались, пришли к Шриле Прабхупаде и говорили, Шрила Прабхупада, может быть, сейчас не время идти, то есть он может передумать, знаете, как обидеться на Бога. То есть хотел храм построить, да, а тут как бы на тебе, Бог сына забрал. Ну так можно как бы подумать, да. Вот. И, соответственно, он... Шрила Прабхупада им сказал, нет, вы должны идти, это его проверка, да, его преданности. Вот, просто идите, напомните ему. А там уже пусть он
Шрила Прабхупада был не привязан, хотя это было серьезное пожертвование, там чуть ли не половина строительства храма. Вот, и когда преданные пришли, то есть этот человек, преданные выразили соболезнования и напомнили, что вот вы обещали, да, дать пожертвование для строительства храма. И тот сказал: я думал, почему это произошло. Я хотел послужить Господу, и почему, как бы, да, я потерял сына. Вот, и я понял, что я должен еще больше служить, поэтому я решил пожертвовать еще большую сумму. Вот, и когда Шрила Прабхупада узнал об этом, он сказал: это настоящий преданный. Да, то есть его трудности, они побуждают его еще больше стать преданным. Вот это то, что было с пандавами, то есть когда они попадали во все больше и больше трудностей, то что с ними происходило? Они еще больше предавались. И Кришна, соответственно, да, откликался сразу же. Вот. Поэтому не думайте, что Кришна вам карму какую-то добавляет. Нет, это ваша собственная карма. Кришна убавил много, но кое-что оставил, чтобы, ну, немножко нам, да, так помочь нам очиститься. Не взбодрить, а помочь. Как говорят ачарьи в комментарии вот к этому стиху Татену Камбам Самикшаманам, как раз в этом стихе обсуждается эта тема. Они говорят, что Кришна направляет эту лечебную, как микстуру, что ли, вот, своей собственной рукой. То есть тут уже Кришна присутствует. То есть Кришна позволяет какой-то... То есть Кришна говорит: тот, кто предается мне, я защищу его от всех страхов, от всех реакций. То есть не бойся ничего. Сарват гарман паритиджа, просто предайся мне, я защищу тебя от всех последствий твоих поступков. Вот. И ачарьи как раз спрашивают, Кришна так обещает, но почему мы видим, что преданный, который полностью предался, к нему все-таки приходят какие-то реакции? Это что такое? И потом они объясняют, что это не карма уже. То есть не просто карма, знаете, вот тупая атан. Это очистительная процедура, которую Кришна направляет. И поэтому преданный, он чувствует, что это милость Кришны. Это не просто какая-то вот, знаете, тупая карма, а это милость Кришны. Кришна позволил этим проявиться каким-то вещам из-за того, что у меня были вот эти анархии, я за них держался. Вот, и Кришна мне вот сейчас помогает, да, их увидеть, вывести это все, да, то есть предаться по-настоящему Кришне. Так происходит. Ну, что делает оружие, да, то есть оружие покоряет тех, кто противится, да, то есть оружие как бы используется для того, чтобы покорить всех, ну и как бы подчинить власти своей, да, то есть люди используют оружие для этого, ну, там войны и так далее, чтобы установить власть. Но Господь Чайтанья, как он устанавливал власть над всеми? У него не было никаких, ни лука, ни стрел, ничего, то есть он просто... Да, появлялся перед всеми, и все просто предавались ему сразу же, то есть принимали его как бы верховенство все. Да, и масса примеров, даже мусульманские там правители и так далее, то есть все подчинялись, он очаровывал всех. Это же красота самой Шримати Радхарани была проявлена, да, то есть его необычайная любовь и красота, это то, что покоряло всех. И это огромное оружие. Если преданный обладает, да, такой силой, то есть даже обычные люди, то есть если они обладают красотой, все сразу как бы начинают вокруг этого человека, да, то есть как-то там, ну, подчиняться. Да. Вот. Что уж говорить о Господе Чайтанье. То есть это его необычайная красота. Имеется в виду красота в смысле физическая, ну, там, лотосные глаза, длинные руки, ниже колен. Или красота голоса. Вот какая красота? Красота
Красота физическая, но она была такая, знаете, как она была какая-то неземная, да, то есть вот это вот что-то необычное было, настолько настолько совершенные черты тела, настолько прекрасный цвет расплавленного золота тела, да, то есть это настолько было шокирующим, его рост, все, как бы его телосложение. Все, кто его видел, они не могли уже глаз оторвать. И забывали обо всем, просто шли за ним, как эти, знаете, как прикованные. Все, вот оружие, победил всех. И не могли потом ни о чем думать, кроме как о нем. То есть это могущество Господа Читания. Его сила, красота. А, то есть у нас может быть позиция вот потребителя вот такого наслаждающегося, да, и поэтому, когда к нам приходит страдание вместо наслаждения, мы сразу обижаемся на весь мир, на всех, на Бога, там, всех виним, всех. Это вот позиция эгоиста, да, то есть вот, который вот так вот воспринимает. Нам нужно перевести себя в позицию ученика и слуги. То есть ученик воспринимает даже вот эти вот сложности как любовь Кришны. То есть он способен видеть это, то есть только ученик может увидеть в этом. То есть, например, вы их смотрите, вот просто возьмите какую-то жизненную ситуацию и посмотрите на ее вот под этими двумя углами зрения. Под углом зрения, что я хотел наслаждаться, а тут вот мне раз, как бы, кто-то мне плохие слова сказал, да, и вот я теперь как бы не буду приходить больше никуда. А вот я не хочу видеть этого человека или еще что-то. Это куча обид там. Или же по-другому, то есть я ученик, посмотреть на эту ситуацию, а чему, как бы вот Господь, что мне Он показывает? Почему это так меня задело? О, у меня, оказывается, тут вот гордыня вот была, вот поэтому я тут гордился, и вот эта ситуация произошла. Кришна на самом деле помогает мне. Это Его любовь, да, то есть вот ученик способен это вот увидеть. Да, есть опасность опять перейти в настроение наслаждающегося. Есть опасность такая, да. Поэтому преданный не должен как бы почивать на лаврах, да, то есть просто должен быть служение. Вот, как Шрила Прабхупада пишет, что у преданных должен быть постоянно какой-то такой здоровый вызов в жизни. Так, что-то я тут как бы вообще, да, надо идти, да, что-нибудь служение. Придумайте себе что-нибудь. Иначе Кришна придумает, да? Поэтому проявляйте творчество, да. На адских? То есть там муки вообще не прекращающиеся. Насколько там есть шанс вспомнить вот в этих муках о Кришне? И насколько там проявлена благость? Ну, тот, кто помнит о Кришне, он в ад не попадет. То есть это первое. Да, не беспокойтесь. Ямарадж даже дал указание своим этим ямадутам, что вы не должны приближаться к тому, кто повторяет святые имена вообще на будущее. Есть шансы тогда подняться с адских планет? Ну, там как бы они не вечно там как бы вот в этом. Вечно это христианская концепция. На самом деле ведическая концепция, что они попадают на какое-то время, получают определенные реакции свои, потом они воплощаются уже и потом начинают эволюционировать. На адских планетах они отстрадают.
Вот. Но тот, кто хоть как-то да, был связан, он может хорошо там устроиться. Вот. Это был тоже случай. У нас на Беговой жил один брамачари в храме на Беговой в Москве. В 90-е годы там такой храм был, метро Беговая. Арендовали там двухэтажное здание. Вот. И он жил там в храме. И в какой-то момент он решил поехать домой, навестить родителей, взял с собой сладкие шарики там, и встретился со своим другом школьным. Подумал, надо его тоже вдохновить, может быть, тоже придет в храм жить брамачарием. То есть. И он начал вдохновлять, он сказал, не, мне это не интересует. Вот. Ну вот, хотя бы сладости. О, сладости давай, как бы. И он, в общем, с удовольствием сладости принял. Вот. И через некоторое время он вернулся обратно в храм, и ему приснился сон. Вот во сне он увидел этого своего друга школьного. Вот, и тот явился к нему и сказал, ты знаешь, говорит, я попал в автокатастрофу, и у меня вот такая-такая-то травма, прям объяснил, что с ним произошло, то есть там где-то что-то там, в общем, какие-то. Я поэтому оставил этот мир и попал в ад. Но в аду, благодаря твоим шарикам, я хорошо устроился. Поэтому я пришел тебе сказать спасибо. В общем, наверное, Ямадутом стал, одним из Ямадутов, который гоняет грешников. Даже вот Прасад. Святое имя он не вспомнил, потому что он не повторял святое имя. Но Прасад, да, он принял. Вот. Поэтому там как бы ну, все учитывается. То есть не переживайте. Все учитывается. Да, да. Шрила Прабхупада однажды шел со своими преданными по парку и увидел там, лежал в кустах такой пьяный, грязный, вот, хиппи какой-то. Прабхупада проходил и сказал, если ему как бы повезет, то он тоже может стать одним из нас. И пошел дальше. Преданные тоже пошли. Один преданный задался вопросом, а что нужно, вот Шрила Прабхупада сказал, если ему повезет, то есть от чего зависит это везение? И он какой-то момент сказал, Шрила Прабхупада, вот вы так сказали, от чего же зависит это везение? Шрила Прабхупада повернулся своей тростью ему, в общем, на него показал, сказал, мы его везение. И преданный так понял, что если мы не подойдем, не проповедуем, то у него нету шанса, да, то есть освободиться. Мы его везение. Поэтому если преданные ну, что-то делают, да, для того, чтобы помочь людям, то есть у них появляется шанс. И можно либо прямо проповедовать, если это возможно, если люди открыто и слушают, воспринимают, либо, по крайней мере, сделать что-то, чтобы помочь людям увеличить благочестие, связанное с преданным служением, то есть вовлечь их в какое-то преданное служение, осознанное или неосознанное. Неосознанное, да, вначале. Да, то есть так. Поэтому, когда преданные действуют в социуме, то есть взаимодействуют с людьми, устраивают какие-то программы, например, преданные устраивают там, фестиваль Радха-Ятра, да, то есть люди просто шли, и тут какой-то фестиваль, даже не могут понять. Недавно в Омске тоже преданные сделали фестиваль на острове, посреди там реки, остров какой-то, и они там решили, там им разрешили провести Радха-Ятру. Вот, они сделали колесницу, все, и думали, как привлечь людей. Ну и написали, что будет индийская свадьба. И в таком молодежном духе так написали. Вот, ну и рассчитывали, человек 300, может, придет вместе с преданными. Прасад готовили человек на 300. В результате пришло 7 тысяч людей. 7 тысяч. Народ как попер, они-то вообще эту колесницу все тянули-то. Все там в эти прасад весь расхватали, там просто, ну, в общем, такой был экстаз. Эти приехали корреспонденты, там во всех газетах напечатали это. Преданные очень вдохновились. Вот. Люди приехали, может быть, свадьбу посмотреть по разным причинам, но приняли участие в этом духовном фестивале, даже не сознавая, может быть, что они. Просто, ну, давай потянем, благоприятно, значит, потянем тоже, да. Вот. О, угощают бесплатно, да, давайте, хороший праздник, джай, джай, понравилось всем.
преданные тоже очень вдохновились, и людям понравилось, и преданные вдохновились. И люди обрели огромное благо, да, участвуя в этом фестивале. Вот. Ну, подобные, да, вещи преданные могут делать. Вот. Или же какие-то другие там программы. Масса программ преданные могут придумывать, чтобы вовлечь людей так или иначе хотя бы в какое-то неосознанное послужение. Вот. И таким образом, да, накапливать благочестие, связанное с преданными, с преданным служением. Вот. И в какой-то момент у них возникнет вдруг вопросы, а в чем смысл жизни? Вот. Может, действительно эти книги Кришна это купить? И тут раз, по воле проведения, преданные на улице распространяющие книги, да, и они раз покупают. Так. Потом раз смотришь, уже стоит перед Радышем Асундарой, смотрит. Да. То есть так вот, то есть Кришна в сердце каждого, то есть он тоже очень хочет помочь этим живым существам, но он не хочет совершать какой-то, да, то есть, но его преданные, да, они, зная желание Господа, делают такое служение. Гратарачи Мадбхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гаура Премананде Хари Гоу. Харе Кришна. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.